Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Микс Гейм. У микрофона, как всегда, Евгений Кощей. И я сразу же бы хотел попросить у вас извинения, что на моем канале так долго не выходили видосики, около 3 недель. Это, конечно же, связано с загруженностью в реальной жизни и на работе на основной. Но вот, наконец-то, я нашел время для Ютуба, и сейчас, надеюсь, у нас будут выходить видосики почаще. Сегодня речь у нас пойдет о Оптимусе. Атаки с ним, как может он нам помочь, в особенности это нужно для войны альянсов, порой бывают такие базы, в которых он очень и очень помогает. Ну а в начале видео я хотел бы еще поделиться с вами несколькими новостями, которые произошли у меня за это время. Не так давно я снимал видео, где я говорил, что у нас наконец-то на канале набралось 100 подписчиков. И я был этому очень и очень рад. И, конечно же, признателен вам, дорогой мой зритель. Потому что без вас бы, конечно же, ничего бы этого не происходило. Но и прошло не так много времени, и наша армия выросла вдвое. Ребята, нас уже 200 человек. И это очень круто. Еще раз спасибо вам большое. Я надеюсь, что с каждым днем нас будет становиться все больше и больше. Еще несколько новостей, которые произошли у меня уже непосредственно в игре Transformer Earthwars. Если вы помните и смотрели мои прошлые видео, я словил Power Glide 3 звезды и наконец-то собрал первый гештальт Super Reon. И тут буквально на позатом ивенте, если не ошибаюсь, я собрал кристалл 4 звезды из осколков. И что же она выпала? Опачки! Это Power Glide 4 звезды. Ну что, я, конечно же, ему тоже обрадовался. Все-таки это 4 звезды. Можно этого автобота прокачать, и он будет очень полезен. Но вот так вот, чтобы по порядочку они выпадали. Сначала трешечка, потом четверочка. Конечно, это да. Дальше. Если тоже вы помните, я в одном из видео показал, что я еще словил Оптимуса. И приблизился на один шаг к сбору второго гештальта Оптимуса Максимуса. И опачки, я словил из кристалла 3 звезды Айронхайда. И вот он второй красавчик, гештальт Оптимус Максимус. Так что в будущем, ребят, ждите видео, где мы с вами будем проводить атаки с нашими гештальтами. Ну а сейчас непосредственно для чего мы сегодня здесь собрались. Давайте приступим. Итак, первый у нас реплейчик. Здесь я набрал сильную команду, в основном из танков, и, конечно же, наш Оптимус Максимус. Вот такая база у нас. Я выпускаю здесь всех сразу автоботов и иду на храпом. Сразу навожу на первую мортиру спецуху Сильверболта, уничтожаю мортиру. Дальше Оптимусом иду по правому краю, делаю один скачок и сразу же делаю второй скачок на вторую мортиру. И там уже мои боты развлекаются по полной программе. Просто уже в наглую добивают все, что они видят в округе. Делаю еще один скачок на ракетную установку, и все. Это фаталити полная. Боты просто размозжили уже штаб практически противника. Вот такая вот наглая атака, но порой это нужно тоже делать. Если у противника сильно прокачаны боты, вот таким образом можно обойти их стороной. Ну что, следующий у нас реплейчик. Вот такая вот у нас база на этот раз. Здесь мы действуем следующим образом. Для начала выпускаем одного Оптимуса. Им делаем скачок, постройку противника. Затем выпускаем остальных ботов и делаем уже второй скачок. Все боты подлетают уже к штабу и начинают его крушить, как и в предыдущем повторе. В общем-то, песенка спета противника. Все, противник уничтожен. Вот так, по сути, просто мы добрались с вами до штаба и выиграли очередную каточку.
Ну и еще один реплейчик моего, на этот раз соклановца, под ником Бластер. Он участвует в ВА и вот такой повторчик. Он выкидывает всех ботов своих, соответственно в команде у него Оптимус. Оптимусом скачет на первую мортиру, затем скачет на вторую мортиру прыжком. И делает третий скачок уже к штабу, боты все конечно же бегут туда. И помаленечку начинает там разбирать все построечки. Ну и по сути, тут уже понятно, что победа за ним. Боты у него сильные, прокачанные. Там хоть и бьют орудия, и ракетница, и мортира. Но времени для того, чтобы зачистить штаб, разгромить его полностью, у него по сути хватает. И соответственно здоровья ботов тоже хватает. Есть у него еще такой неплохой автобот, вот тот звереныш, он очень хорошо помогает съедать этот штаб. Как вы видите, просто его закусали. Ну все, победа за ним. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилась видюха. Я чем-то даже кому-то помог, начинающим игрокам. И Оптимус, я как и говорил, очень полезен бывает в некоторых ситуациях. Так что не забывайте поставить лайкосик, делитесь видео со своими друзьями. С вами, как всегда, у микрофона был Евгений Кощей. Всем удачи, всем пока. Скоро увидимся.